ну типа когда адская, и обратно быстро вернулись. Не бегайте ни за спину, никуда, просто сейчас сидите под ебалом, все. Андрюх, поменяй меня с гламуром. Да Надо нет, потем. как поменять, потом купишь и наушники без микрофона Так это нормально. сейчас и новые, блядь, они рыпят, чтобы вы слышали, у меня тоже все рыпите вы, блядь. Ты, Нет, может, пиво да или пить? выключи пока вообще Дискорд, давай молча тебе. Так, сука, сегодня не поменяй, пиздец, блядь, 40 минут мне осталось. Давай еще один трай нахуй. Ну, давай. Так, ну, блядь, 30% босса оставляем, все нормально, потом какой-то пиздец происходит. Ничего ж не меняется, босс не меняется, он уже, блядь, сильнее не становится. Шкаф. Челика здесь нет. Кстати, шкаф, пожалуйста. Нажмите на портал. На портал нажмите. На портал нажмите. Числавность суманю и альбелиты суманите кто-то. Почини. Да не, все как обычно. Не сказал бы, что что-то хуже, что лучше стало. Все так же. Кто-то лучше, ну, типа, кто-то сильнее играет. Кто-то слабее. Энкай. Ой, мы еще не добежали. Ой. У вас нет времени добежать. Он же не сразу кастует, что у меня еще. Да, у меня пинг точно. Ты прям чувствуешь пинг при нажатии кнопки или что? То, что да, отображается, то может быть кнопки. У меня прям чувствуется, что кнопку каркует прям 5 лет. Да, это был драйвинг скрин игру. Все, завис, вешу и смотрю за боссом. Обожаю наш интернет. А я отключился от Wi-Fi. У меня сзади двое рук, парни, еще один не успеваю закрыть. Хорош. Кто там, блядь, бегает? Чьи это? Чего они бегают? Кто это бегает? Блядь, пожалуйста, встаньте под ебало, бейте в ебало нахуй. Это я вам сейчас ебало разобью. Я заебался, тут уже вайпался нахуй. Топчик, блядь. Аски скоро. Скорее всего, еще один будет ошеломляющий, потом адский. Да, массы. Да, после ошеломляющего будет адский. Ошеломляющий, вправо бежите. Обратно. Адский, обижали. Ну кто опять не успел подбежать? Чё за бул, блядь, ублюдок нахуй? Подъебало сейчас один плюс человек надо. На хп даю. Сейф есть у кого? Там по воде. Давайте БР Blue Driver. После удара даже, да, давай. Да. Бля, я забежал? Вообще я не знаю, сколько стоит. Все, Blue Driver забегает. Сука, стойте под ебалом, забафайте, пожалуйста. Никто никуда не бегает, нахуй. Кто это, блядь, бегает, нахуй? Барменталь, стань под ебало, бей босса, нахуй. И эту я сейчас засчитаю. Проебался. Пожалуйста, стойте, блядь, бейте под ебалом босса. Я вас прошу адекватно. Не бегайте никуда. Только на адской отходите. Пилот попросил.
пилок, ты чё, вылезай сейчас, ты же под ебалом? Да. Я подумал, что ты не бегает, это вообще похуй. Блять, не успел. Паски. Тебе нахуй, короче, я хуй знаю. Два человека. У нас милишники, пока да из милизона выходят и тыкают в спину. Короче, ну, да. Не увидел. 500 и из Морска минус 500, нахуй. Я вас за их точно видел, убегали, нахуй. Пиздец вы, конечно, нахуй, я хуею. Пиво, нахуй. Проведу мы срезаем. Ну почему тут вообще пиво? Ну пиво, ну когда пьешь пиво, блядь, пиздец, хуёво мозгам. Так здесь только, походу, один я пью, и то я на руках стою. Походу, ты распространяешь эту хуйню. Адским умираете. Почему адский кастуется новый? Потому что кто-то не забегает под лицо. После первого адского был ошеломляющий, ну или не после первого. Там один человек не забежал, поэтому он 100 раги сразу накопил. И началось, что началось. Короче, я вам еще раз скажу, ребята. Я вас прошу, без мата, без ничего, типа, стойте, пожалуйста, под этим. Вы же не слушаете, вы, блядь, думаете, что вы умнее всех. Вот и все. В этом ваша проблема. Типа, вот вы считаете, ну, окей, вы, может, и умнее в чем-то, и там, не знаю, более развитый, чем я еще. Ну, берите тогда, блядь, и рейльте, и все, берите ответственность на себя за этот рейд, блядь, за время других людей, нахуй. Либо исполняйте, что вас просят. Нахуй вы хуйней страдаете, я не понимаю. Давай я покала и трусователя в ДД и подъебала вместо двух локов. Пускай они закрывают руки, нахуй, 3-4 паде, там 10 человек. Ну, я бы так поставил. Смотри, Слава, проблема шестопродова не в них. Надо просто проверить. Бля, просто такое лагаю, сука. Я бы нашел бы этого человека, кто, блядь, не забегает. И получил бы он сразу минус все ИП. Ну, типа, вот за этим. По видео, на все минус, все ИП, да. у меня же пишется видео, там по плашкам рейда, по ХП отнимающейся, будет видно, вот ошеломляющий прано наносит урон, и будет видно, кому он не нанес урон, типа, это будет же видно прекрасно. Ну, типа, если время у кого-то есть посмотреть, у меня просто нет времени столько. Скинь мне, за то, что человек проебался, я сразу минус, оно еще 1000. Ну, там, потом на ютубе будет через сколько-то часов там. Скинешь мне ссылку, потрачу свое время и посмотрю, блядь, заебали, честное слово. А он же дыкщеный скинул. Ты нашел конкретного человека? Ну смотрите, вот, ну я просто смотрел Барменталя и из Морского. Если у Барменталя в детле в смерти за 11 секунд был ошеломляющий удар, так же, как у всех остальных, то у Изморского не было его. Ну, типа, единственное, что я вижу. У кого ты есть дела, также... Еще раз, для всех, кто не понимает, как это работает. Вы все ошеломляющие должны в 10 человек ловить, включая танка. А от адского убегать. То есть адский прошел, сразу забегаете под лицо. Все ошеломляющие, если вы не ловите ошеломляющие в 10 человек, проходит еще один адский. И он так будет до конца бить, пока 10 человек не будет ошеломляющего ловить. Из Морска. Я не вижу ничего смешного вообще, слово совсем, блядь. Гуси-гуси. Макс. Что за привычка у вас бить раньше танка, ебать, блин. Скоро будут руки. Руки закрыть.
Рутых долин. Для Бакава. Блять, еба, не успел сказать, что справа. Закрыли? Слава богу. Да. Ты микрофон вообще не успел крикнуть. Я сейчас по справа сейчас хуй, но, блядь, я боюсь, что у меня интернет не было. Да не, просто я микрофон включать не буду, чтобы дурать. Вдалеке. Молодцы, почему? А, Слава, ты тут, блядь, заметил. Краски. Вот если шумля еще можете убегать после того, уже можете убежать, как будет адский. Потом сразу же возвращайтесь, после адского будет почти сразу ошеломляющий. Сейчас адский будет, ребят, смотрите. Ну, сейчас непонятно, 10 человек ударило. Я подошел. Я тоже. Пидолока хитчу. Может быть черви у кого-то или демоны у бесов? У локов? Нет. БР не работает. Дай БР по числам. У меня КД. Нету КД у изморского, у фолога. Числам еще показывает, тоже нету. 2 минуты. Адский. Он, да? Пошел, он еще забежал. Зморский, дашь БР по числам, есть или нет? У нас есть, что смотрит. Меня сложила. Дексиону сложила. Меня вообще отбросило какую-то не туда. Чё за пиздец, но... Ну сейчас 10 человек точно появился, дебаф от 10 человек. Он просто кого-то как будто ебанул. Ох, ё-ё-ё. Гусяву, микрофон выруби. Да. Давай, короче, я хуй узнаю. Один человек поставим туда. Давай. Давайте я подъебал, зайду из мозги, пусть, блядь, бьет. Ой, это, блядь, руки закрывает. Да ну-ка закрываем. Трусователь вначале закрывай там возле метеора справа, а мы продашниками позакрываем. Мне в ДД прыгать? Не, ставайся лучше в танке. Сейчас дело не в этом. Сейчас почему-то он зарядил адский себе, когда он не должен был. 10 человек получило урон. Может, с петами какая-то фигня все-таки работает? Это непонятно. Ну, я просто думал, кто может что-то... У нас демонов нет, только... Есть. Какой демон, где? Пепелок. Ты демон? У тебя бесы есть? Конечно. Ну так спекайся в другой спек, нахуй, сейчас сразу убьем. Господа там на форуме писали, что еще не для петов. Ты, короче, спекнись сначала, сейчас мы убьем, а потом спекнешься уже в демона. И потом, похуй, уже что там на форуме пишут. Это из-за демона, это хуйня. Это из-за бесов, я тебе объясню, как это работает. А, вешается адский удар, любой, и он просто убивает бесов. И за каждого убитого беса он 20 раги копит, нахуй, тогда, когда не нужно, блядь. У меня бесы не под боссом находятся. Адский удар вешается на весь рейд, на всех петов, на всю, ну, все, что живое. Они АУЕ урон режут на 90. Это не АУЕ урон, он вешается как дота, блять, и убивает их.
Все, просто спекнись и в пизду. Просто спекнись. Спектнул, блин? Не спекнусь, нет вопросов. Сейчас не будет такой хуни, сразу увидите. И червей не надо там. У меня такая же хуйня была. Не могли понять, от чего нахуй этот кастует адский удар тогда, когда он его не должен кастовать. До этого, да, было. Я еще спекнулся, но потому что написали, что пофиксили. Да нет, ничего там не пофиксили. Они наебали нас. Не, они пофиксили, смотри, короче, чего они пофиксили теперь? Типа, за счет питомца ты не можешь ловить стакты, типа. Босса. Типа, не, там было баг репорт, что долбоёб копит рагу, когда бесы умирают и исчезают. И они написали, что они это пофиксили. Да. Про это я не знаю. Я говорю именно про тот момент, когда касается питомцев. Все, что они короче, делают. Сейчас посмотрим, как будет без питомцев егошних и все. Ничего аспекта. Да я не спорю, я не оспариваю, блядь, это предложение. Я просто говорю то, что я именно читал по поводу пета на груле. Могли бы уже леди убить. Сейчас пойдем, блядь. Мы, кстати, не убили. Вайпались, нахуй, 4 часа там. А из-за чего? Ну... Блять, там даже духов научились не ловить. Ну, вайпались, челика берет в контроль, он там убивает, или его убивают, и все, и не хватает ДПС. Кстати, ПГП. Ставь шкаф, в славу и дексион надо засманить и полетели. Сейчас, все, я бетику, сейчас, буквально минуту, я бетику свой аккаунт даю, заходит на него, закрывает руки, я побежал, блять, наушники менять. Это быстро, блять. Ну, за что, давай вместо бетика вместо тебя дайте. А руки кто закрывать будет? А, из Морский? Бетик будет. Ну, давай так. Давай, бетик, заходи на свой лучший аккаунт, бетик. Это похуй. Я быстро просто, ну, 20 минут осталось до закрытия. А завтра не можно. У нас на 2 дня просто вот закрывают поселок. Я скоро буду. Сейчас прилечу. Давай, давай. Если есть кто больше меня ДПС дает, возьмите за место меня. Он тут не ДПС сделал сам. Короче, блядь, первая, вторая группа под ебалом. Будет 11, типа, человек с танком вместе. Так, Че, из Морский на руках, он спрашивает. Ну, если тебя в первой твоей группе нету, значит, на руках. На руках, на руках. Давайте по шустрику. А чё, я рыбу поставил, не поел, да, блядь? Ну, об этих под лицом тогда, получается. Да. Так не бить или по столке закрывать? Бить и под лицом. Ты под лицом находишься. Ты лицевой. Я лицо этого рейда? Чё, Андруха, стойте, не бейте, бьёшь? Я да. Рыбу доедал, собственно. Ну, так это все равно для тебя, блин. Да, блять, это не знаю. А где пепелок стоит? В миле. Не, в миле первая, вторая. Ну, поди. Кто мне закинул вторую опять, нахуй? Ну, типа, группу. Кто да. Это сделал? Чё? Ладно, я ушёл. Не, стой, пепелок. Ладно, хорошо. Извини. Да я закину. Я специально поставил, чтобы, короче... Пусть уходит, смотри сколько урона рейд получает, чем больше руки подбить, под боссом закрыл. Вот там на один стак больше и все типа. Вместо 10 11 типа. Не знаю.
потом 22. В этот момент страшный для людей. Да, массив нацкий. Руки не зах. Первый, второй пати прохил. Приоритет. Помляющий. Не, это не руки сами. Там просто два раза, наверное. Из Морской Берни или это Села? Там вправо в огне руки были. Закрой задний. Батик, дай Геру, пожалуйста. Из Морски вылетел, там руки надо закрывать вместо него. Или несколько людей бегает. Нет, это правильно. Приста, дайте стамину шаману. Сейчас просто смотрите, будет этот про. Акцию про. Массейф на адске отдашь, Мали? А, давай. Ну куда побежали, рано было. Вернул обратно. Поломляю, прохил первый, второй. Руки. Из мышки не дай Марухичу игру, пожалуйста. Саня, Мавар, нажми еще один на маму. Блять, Блэдрэй он сложил, я забежал. Бегу, под лицо, подвигу под лицо. Руки не закрыли, блять, вы чё? Блять, каждые руки бегаю, закрываю. Ну, Древен поднял. Он не стоит, либо встал, либо... Макс, встань и выбеги, пока я не сейчас там. Был Древен, встал, вы не закрытые руки, умер. Руки закройте, блять, заебали вы, честное слово. Сука, бесите просто, по 5 человек бегали до самого конца. Аски приготовьтесь. Аски приготовьтесь. Дал нас. Обратно. Я вместо Будрева не стою. Там левая. Кстати, урон проходит. Чего, блядь?
ну выглядит, как будто ты реально прав. Но... Думаю, тайна подлого демона раскрыта. Ой, да. Бипектор. Бипектор это хорошо. Либо это было дело в Локи, либо кто-то все подстроил и специально, чтобы это тебя подставить. Ну, я склоняюсь к тому, что это демон, что ты героинил. В данном случае я. 500 раз. 702. 800. Давайте, еще есть? 800, 900. Как ты его в свое время за 150 забрал, будучи на первом РТ? Как это было вообще? 900 раз. 2. Когда он найден, он говно. Когда их уже пошли, 5. Пошли быстро. Быстро под... На магика и пойдем на это, на ЦЛК. Ой. Сколько мы там тратить будем? Я сегодня думаю... Почему мы, кстати, не одеваем постоянно? С ними же реально будет... Ну, Боя хотел печеньку, но не пошел. Странно. Ты чё пришел в рейд? Где эти дешевле забрать? А вы уже с первого заебашили печеньку? Да, нет. Да, ну, печенька 10к, я буду ставить минимум всегда. Походу опять альдлит опрокидываю. Ну, я не знаю, выше 15к вы просто в минус уходите из-за среза 10%. Не скажу. У меня вон 23 накопилось. Ты накопилось. У Андрюхи 26 вообще. Может, он может и этот поебашил бы, типа кондёр, ну или как это конкретно называется? Детектор. Ты откуда знаешь? Да, ты пришел, говоришь, и печенька надо буду ей пошить, ну типа. Я тебя из-за этого взял. А что тебе мешает? Мобой, тут понятно, это другой вопрос. Не то, что такое себе, а что мне еще брать, кроме печеньки? У меня бис персонаж. По классике, с ЕП. Ходи на погибель по КД. Кстати, да, с погибели прочие печеньки залутать. Ну, потому что... Каражана. Ой, вот ты говоришь, куда торопитесь. Вот я уже, наверное, 5 месяцев хожу с одной печенькой. Ну, так это нормально, блядь. Нормально, но такие бабки... А ты, ты смотри, у меня печенье к нулю, вообще мне похуй, ебать. Мне похуй, я жду пока за эти баджи буду. А изначально... Все, кто хотел... Изначально в Зильде у меня 2 печеньки, нахуй. Все, кто хотел печеньки, прилетели. Вячеславович, прыгай в танк, а полетели. Надо быстро закрывать. Изморский тоже оставайся в танке. Будешь на трассе. Мне вниз бежать, не? Ты... А, не, пофиксили, это уже не работает, Дим. Мавар, прыгни в хп, представь, если есть. Либо нет, если нет, то второго ДЦ прыгни. Нету хп. Сегодня, когда мы заебейдили в РБК, это пропали бафы. Поэтому он не работает. Ну, там же уже кто-то говорил, что на магике кто-то бомжей вызвал. Почему за слаг? Где он косячил? Так, болтаешь шмотки неправильно. ЕП. Следующую печеньку лутать. 10к. Ты ставишь или что? 10к. Ну да. 11, Лаксар 12, Хиса 13. Лаксар фулл ставь. 13 раз.
Оксар 13800. А вы говорите, не надо этот тенс, блядь. Этот тенс надо еще... А у нас просто получается такая ситуация, что актуальных рейдов у нас по факту нет, целка никому шмот особо не нужен, а печеньки все нужны до сих пор. Вот и засаливается у всех. 15900. Сейчас будет целка хрем усилена, говорю. До 6 числа, и там будем много очень времени проводить в целках хрем. Там нерфить надо леди нахуй, она очень сложная. Пока Джайна не убьют, не думаю, что там речь каких-то нерфов будет. Ну, ребята, я думаю, это наши проблемы, потому что люди уже закрыли лича, и то, что мы не можем закрыть, это абсолютно проблема гильдии. Ты сравни персонажей. А зачем сравнивать? Типа, и те, и они, и вы играют. Они и вы забросят. Только мы там не играли почти, а они 200 правил сделали. Не понял. Они покупают, они играют. Вот смотри, во-первых, у них, блядь, у персонажей, у них куплены все чарки из Толгорода полностью. Там вот это все подобрано. Это раз. Ну, они, значит, ходили. Ну, правильно. Смотри, потом получается, у них рейды. У них рейды не так, как у нас. У них открываешь календарь с понедельника, блядь, условно, блядь, по пятницу, 5 дней подряд, целка нахуй, по 4 часа условно. Понимаешь? У них совсем другой подход к игре. Типа, у них, типа, нет таких, каких-то там, условно, пол подпивателей, которые 14 тысяч ДПС. У них замена, блядь, каждый бьет по 20 тысяч нахуй. Да. Это, ну, типа, надо, это совсем другой подход к игре, понимаешь? Тут надо, блядь, просто 80% гильдии берешь, так и пошли нахуй, и все. Если брать такой подход, как у них. Там не совсем другой уровень. Ни с кем не спорить в чате, там, почему, там. Я вот сказал, блядь, под ебалом бей, значит, ты должен быть под ебалом, условно, типа. Там нет такого, что там кто-то возмущается. Там сказал, там делают люди. Там нету каких-то, типа, возмущений, что ему там не зачислили, минус дали. Там все молча просто исполняют то, что требует от них РЛ. И ты, если у тебя нету времени, типа, тратить на их рейд, типа, сам нахуй не нужен. Там вот такой подход. Это нахуй такая игра, блядь, когда 4 часа вечером... Нет, у них есть цель, погоди, они со своей стороны правильно, типа, у них есть цель. Они хотят ФК. Типа, у них есть на то время, то бишь, они ищут подобных себе людей на это, типа, на это ФК. Они собирают определенный, типа, состав себе людей, которые могут себе это позволить. Им такие, короче, там, подпивасник, у кого нет времени, кто работает, им там нахуй не нужны. И люди, которые не жмут кнопки, там тоже не нужны. Сервер не особо ориентирован вот на таких вот людей. Если у тебя 50 человек могут эту леди закрыть, а 99% сервера не может целка хм дальше второго босса пройти, ну это должно нерфиться. Да, это по-любому понерфится, тут вариантов нет. Нет, понерфится, понятно. Но когда закроют топчики, прямо закроют. Нет, ребята, вы ошибаетесь, что серверу это не выгодно. У вас в магазине эти вещи есть. Пока боссы не убиваются, это значит, что люди будут закупать эти вещи в магазине. Да, им наоборот выгодно, что вот, грубо говоря, одни прошли, а остальные не могут. Там люди уже, люди и печеньки себе надонили, и воли хэмовскую. Ну, они лут с этого всего. Да, они... Давайте это потом насчет этого, короче, разберемся. Ты там метки ставь пока, молчи. Да, кто эти бафы пропадают? Я ревую сделал, все, тихо. Да, сам я хотел. Смотри, возьми Пашу, посмотри на Пашу. Вот, типа, это пример хороший. Типа, не говорю, что это плохо, типа, там еще люди донатят. Это вообще, типа, ну, классный сервер держится на этом, и, типа, они делают для нас контент. Но возьми Пашу, вот, появились печеньки, он уже фуловый в печеньках, типа, у него код, блядь, 270, какой там, 267 или 268, там, хуй знает. Понимаешь? Это на этом делают бабки, не все правы. Давай бить. Бафайте, пожалуйста. Куда его на засумонте, Вячеславность? Вячеславность, знаешь, как танчить на этом боссе? Тут? Да нет, быстрее. Квадратику позбивает косты Бенни Бенасли. Альделит позбивает крестику. Марусич, давай луне. Трусам определенно. Лаксар. Ченьки. Сколько у нас механизмов сейчас? Не знаю. Бетик, ты печеньки тоже помогает. Будреван, принимай с ним. Кстати, да, будет тяжеловато с музыкантами.
Так одевайте их, там штук 5 должно быть механизм. Давай без, вместо Макса, если он сам не понимает, X-Freak'а. Лера на кубы станет. Ну, смойте X-Freak'а. На какой? Квадратик, по-моему. X-Freak написал, сейчас. Когда у него. А, ну молодцы, блядь. Тут половина людей с 6-й пати, которые отказались идти в рейд, еще когда у нас было неполное. Но они сидят в 6-й пати на замене. Так кик, им не надо ИП начитать, что они сидят на замене. Кто там закрытым? Смоньте этого, Бас тут. Да, у нас 4 танка. Короче, Числавна здесь. Босса танчил, да. Не танчил. На X2 танчил. Ну, стак вежицы забирали. Нет. Тебе нужно в момент каста по человеку забрать, иначе этого человека сложит. Когда в тебя кастуют сокрушающие прожаться, иначе тебя сложит. Хорошо. Короче, ты будешь танчить первый, давай. Потом будет трусователь танчить, и последний из морских. То есть ты танчишь первый, когда потом трусователь забирает себя, и ты всегда после изморского забираешь. По какой-то Хорошо. Причине может сбиться очередь, если кто-то затупит. Все, пошли. Бить. Будем надеяться, что гитаристы не активируются, будем РДДшниками что-то затупить. СС потом командовать. Да, да, давай пепелок изморский, Числавна, Декс, Эмобой, Уфолог, трусователь, Боас. Все, полетели. Вот крестик подстрахуйте, если что, у меня периодически, ну, вроде сейчас уже не лагает, но мало ли пролагает. Рядом кто-нибудь стоит. Две. Давай, Слава, ты будешь возле крестика плюс-минус для старший вас. Мало ли. Что, нам страховать надо? Также. Да, меня подстрахуй на всякий случай. Этот, также гуси-гуси, просто так танков не считаешь, это четвертая пати, их нужно под сокрушающие обязательно считывать. Всех остальных можешь считывать. Также, кто здесь не был, напоминаю, что печать Мактеридона, когда она заканчивается, она 2 секунды, стопайте касс, чтобы вам не сожгло 50% ума, мне столько же урона. Все, еще я тут-то. Хорошо, Ярик. Можешь ЦЛК лететь сразу. Окей. Не напиши через Ауриван Полерия сальву закиньте по WhatsApp. Запиши анонс, что сейчас будет ссылка достать. Я звонюсь. Ребят, пис. А ты что, не убрал? А давайте добьем его. Ну че вы не добиваете? Вы же еще. Добивайте, че вы? 20 секунд. Ну давайте еще я скажу. Че вы не добьете его, блядь? Че вы не добьете? Сука, добивайте. Первый начинает. Первый начинает Числавна с него на пулы. Потом трусователь, после трусователя из морских. Геру, давайте. Хрен огнём, блядь. Что за хуйня? Саня, ты не пробовал эту хуйню, а Димон человек? Нет, ещё не пробовал. Попробуй. Кстати, твоя программа, которую ты скинул, ни мне, ни жене не установилась. Не знаю, почему. Не знаю. У меня она установилась, но она не запускается. У меня просто Windows, ладно, потом. Забирайте. Слава, страхуй, крест. Пизда, свакает. Слагает. И чуть что говори, когда отжимать кубы. Кубы держите, пока вам не сказал Слава отпустить. Я вешу просто.
Сейчас пушку будет приготовиться. Через 3 секунды. Блять, РДшники играют сейчас. Нажали кубы. Отпустили. Отпускаю. Тупые РДшники, не лети даже, не подходите, РДшники все по черепу. Что, смысла ферить нету, да? Да. Не лети по боссу играть. Когда останется один, пойдете играть. Вот сейчас Саня по фере один там. На сейф отдал, в таком фере бег. Точечно, не дождик. Уфок же бери, ладно, там же фере. Да, блять, я не буду сирать, и мобов, короче, не понимаю, какой, блять, ушел, какой под сером, блять. Дед просто. И можете в череп играть, нет, он нахуя ставлю, блядь. Ага. Убивайте, который сейчас, в кире. РДшники, отойдите от него, сейчас задует, да, сам дайте. Не фиря. Я тоже фиряю, нож. Вспышка через 9 секунд, приготовьтесь убить. Без yes. Его будем переводить. Нажали. Держим, да, держим, держим. Луна, нажали, луна. Нажали. Нажмите быстрее. Все, отпускаем. У меня тоже хризит, пиздец. Один бес ушел. Бес, а будем, если что, переводить. Босса не подводите к бесам. Так переведем. Мы еще бесы будем. Все, босса держите в центре, идите по бесам играть. Таун, таун, таун. Не веди босса под бесом. Я отдам гнев, не бес первым. Отведите босса от под бесов, чтоб не перевели нечаянно. Дал гнев. Что, а массейф? Побежайте к кресту. Массейф нажимайте. А? Я... секунда, массив. Прям в лужу отвернули. Ярик, Будреван, летите уже в ЦЛК, будете смонить. Да сейчас прилечу. Добиваем. Шнурки тоже лети. 36%. Добьем и сразу летим. Так, ладно, я бейте, я пока дам анонс, чтобы заходил. Классная картина, одни медведи около босса. Помнишь, когда у нас одни ДКшники? Mm-hmm. Сейчас одни медведи стали. Прекрасное время было. Сейчас просто ДКшники понимают, что нахуй один я остался избранный. Лиговаюсь еще с тобой. Конкуренцию или не конкуренцию. Мы с ним топ-12 делим. Куда вы в лужу, блядь, идете? В лужу улетите, смерть была сразу. Марсес, в лужу стоишь. Не могу, блядь, почему? А мне... Где он, блядь? Вот кинула. Наверное. Да ты где-то, видите, в лужу, блядь, чё вы в ту лужу, блядь, уперлись, ёпта, блядь.
Влад, заходи сразу на своего хантика. Саня, вы уже стоишь. Вижу. Ну, и так. Представьте портал двора. Так, теперь те, кто пойдут, да.